В Якутске впервые пройдет Ленский образовательный форум «Открытая школа. Человек. Институт образования». О том, какие вопросы станут основополагающими и какие мероприятия запланированы в рамках форума, рассказал сегодня журналистам заместитель министра образования республики Василий Гуляев. Форум пройдет под патронатом ЮНЕСКО. На сегодняшний день поступило порядка 700 заявок от участников. Ожидается приезд представителей Бурятии, ЮНЕСКО, Министерства образования России, а также участников из ряда регионов страны. Главной темой встречи станет вопрос формирования открытого образования как гибкой и доступной системы, когда весь мир становится источником образования.